Привет, привет. Заходи. Оп. Малышарики. Супер, молодец. Вспоминаем твои зубы, открываешь. Улыбайся. Вот этот карис сегодня сделаем. А два? Один. Это как пасть такой. Как что? Как пасть. Как пасть? Какие ассоциации, оказывается, да? Не открывай, не надо. Губы засохли. Губы засохли, давай намажем. Не надо. Не надо мазать? Как скажешь. Желто-бирюзовая еще. Знаешь, какого цвета может быть она? Смотри. О, красивый был, да? Чуть закрой, закрой. Закрой немножко. Угу. Подходит? Ну давай тогда мои зубы сюда оставляем здесь. Молодец. Ребенок достаточно маленький, она замечательно контактная, не хочется ей портить жизнь, потому что местная анестезия не добавит ей удовольствия. Препарирование проводилось пескоструйным аппаратом под контролем детектора кариеса. Просто для лечения такого кариеса, если бы мы сделали ребенку местную анестезию, заизолировались бы скафердамом, то эмоциональная и физическая нагрузка на ребенка была бы гораздо выше, чем ценность самого лечения.